Итак, друзья, я здесь, я снова с вами. Так, Кью-ложка, давай попозже. Давай попозже я это сейчас посмотрю. Вот. Так, сейчас попробуем мы посмотреть, что у нас происходит. Блин, Кюло, пиши, пожалуйста, в этот. Так, звук вроде появился. Умоляю, пиши в чат лучше, Кюлошечка. Так. Вот, все, давайте я настраиваю чатик. Вроде звук у нас есть, как мы слышим. Даю изображение. Вот, изображение. Отлично, звук есть. Так, все ок, все отлично. Ну что ж, погнали. Let's go party. Ой, блин, джойстик джойстик непривычный. Ну да ладно, ну что ж. Играть в игру. Так, дополнительные сведения об игре. Давайте посмотрим. Так, у нас все нормально. Так. Понеслось. Смотрим. Это первый стрим данной игры. Поэтому все будет происходить на ваших глазах. Я не обещаю, что я сегодня буду долго стримить, но часик-другой, я думаю, мы сможем что-то придумать. Так, звук чуть-чуть потише сделаю. Наверное, где-то так. Кузя, привет, Кузя. Вот такая зверушка у нас там пролетела. Нажмите так. Настройки. Видео. Все включены. Текст субтитров включен. Калибровка нормальная. Управление. Все хорошо. Камера. Не надо. Звук. О! Хорошая игра. Мне она уже нравится. Так, давайте сделаем звук немножко тише еще. Вот так, наверное. Да? Так, хранение. Ну, все нормально. Так. Самое главное, мы здесь. Вибрация. Отлично. Назад. Поместье, достижение, награды. Мы будем начинать игру. Так. Так, а что значит начать игру? Продолжить, загрузить игру. Переиграть уровень. А можно сначала? Как вообще сначала переиграть? Я так понимаю, мне нужно сейчас... Блин, наверное, надо выйти и удалить сохранение, чтобы все начинать сначала. Давайте мы все-таки выйдем. Удалим наши... Сейчас я найду, где это вообще все находится. Где это находится... И тогда мы все это сделаем. Чат умер. Чё-то на боксе графон не ок. Ну, может быть. Так. Параметры системы. Так, память. Жесткий. Игры. Так, где у нас... Том Брайдер. Во. Сохранение. Удалить. Да. Сохранение. Удалить. И сохранение. Удалить. Так, все. Сама игра нам не надо удалять. Вот. Ну что ж. Погнали. Вокс постримил Алан Вейка. Ну, попозже, может быть, и постримлю как-нибудь. Обязательно.
Обязательно постримим Алан Вейка. Ты скачал на комп? Ты просто молодец. Так, давайте еще раз заставочку посмотрим. Тут она, в принципе, такая не очень уж большая. Воксик, что ты предпочитаешь? Бокс аль Сонечку 3? Ну, тут на самом деле, как бы, скажу честно, самый лучший вариант это компьютер, Сонька и бокс. Вот то, что у меня есть. Если все-таки делать выбор между Соней и боксом, ну, честно скажу, Сонька мне нравится больше. В плане того, что, во-первых, там больше эксклюзивов. Во-вторых, там бесплатно можно играть по сети, в отличие от бокса. Потому что, чтобы играть по сети на боксе, нужно... Так. Нужно покупать Gold аккаунт. Вот. А PSN, в принципе, оно бесплатное в этом плане. Вот. Ну, наверное, как-то так. Вот. Хотя есть очень хорошие эксклюзивные игры для бокса. Ну, до недавних пор это был Alan Wake, но его вот сейчас выпустили, уже портировали. И Gears of War просто это замечательнейшая игра, которая, в принципе, идет только на боксе. Так, что это у нас? О, давайте заставочку небольшую посмотрим. Вот, наша Ларка, она такая просто крутотень крутанская. Так, все, хватит. Тут я вижу, куча спойлеров понеслось. Поэтому давайте мы это смотреть не будем. И просто начнем игру. Так, сложность средняя. Стоп, назад. Тяжело, легко, средний. Давайте на среднем поиграем. Потому что я не хочу здесь париться 100-500 тысяч раз. Лара Крофт это на самом деле не просто тупо мочилово, как в этом. Тут все-таки надо как бы думать. Вот, высокая. Да кьюлошка, это ты что? Это кранизм будет. Ну, давайте посмотрим в ролике спойлер к игре. Да, Тайракун, был спойлер, я быстро. Я в тебя верю. Ты в меня веришь? Ну-ну. Так что, друзья, мне тут предлагают все-таки начать на этом самом, на максимальной сложности, на тяжелой. Если я буду играть на тяжелой сложности, я же потом, по-моему, не смогу сделать ее меньше. И это будет все труба пипец. Поэтому, может быть, давайте сразу начнем играть средний. Средний. Ну, кьюлошка, видишь? Народ просит средний. Все норм, средний ставь, не слушай тролли. Ха-ха-ха, классный стрим за последние 5 минут, смотрю на сиськи, мне весело. О, вам вот только это подавай. Ну что ж, средний так средний. Так, ручной захват мы не будем делать, потому что это будет неудобно. Так, продолжаем.
Яркость, все у нас нормально вроде. Ну что ж, начинаем игру. Итак, друзья, понеслось. Понеслось. Так, Гитайга, ты где? Лос, ты где? Airfire, привет, я тебя вижу, слышу. Давайте, поехали, поехали, поехали. Так, что-то у нас Empire TV молчит. Ну да ладно. Empire TV, ай-яй-яй. Калькутта, Индия. О-о-о. 96-й год. К сожалению, игра на английском языке. Только с русскими сабами. И то они не всегда. Now, what's a man gotta do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun. But I'm only here to make an introduction. Lara Croft, meet Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts. And I'm led to believe that, with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Qualopec's tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Ага, и мы отправляемся в Перу на Вилкабамбу. Вот. Вилкабамба. And my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone who remains untainted by academic dogma and open-minded enough to see this truth. Так, ну что ж, погнали. Он не взял с собой веревку. Так, ага, для прыжка нажмите А. О, я и прыгать умею. Ю-ху-ху. Так. Шорты с начесом. А ей не холодно. Так, куда тут можно залезть? Так, залезть можно... По-моему, как раз туда и можно залезть. Ой, нет, блин, это ж не Кратос. Так, надо вспоминать вообще, как здесь и что тут. Так. Забавно. Ага, все, нашел. Ай, она тут не прыгает, как Кратос. А, вот, вот как надо быстрее идти. Игрик у нас. Так. Тут двойного прыжка нету. Поэтому, блин, надо перестраиваться. Так, ну чуть-чуть Ларочка пролезть. Так, сейчас у нас подсказки будут немножко. Так, чего? Ага, прыгаем, нажимаешь... Во, смотрите, как клёво у нас получается. Да, это не Кратос. Так, контрольная точка. Понятно. Эй, чувачелло, привет, как дела? О, а здесь Стас. Мира. Дядя Гамоз. Дядя Гамоз. Y una inscripción arriba de la puerta. Oh, estoy muy cansado. Podemos ir a la izquierda. Solo soy el guía. Oh, allí estás. А вот и вы, смотрите, блин, чувак. Стандартный набор фраз. Больше он ничего не знает. Ладно, пошли.
Мы Лара или где? Так, тут мы справились. Нажимаем на рычажок. И кибер-ап что-то молчит. Дизон, привет, привет, привет. Давай, Ларка, мочи! Уже в очках. Блин, проводника завалили. Надо было самому лезть наверх. Кранты ему. Сайленс, здравствуй. Чекпоинт. А, блин. У нас тут ловушки. Надо аккуратно. Опа, оп, оп. Оп, оп. Как мы вообще просто, какой микро. Чекпоинт. Отлично. Так, ну что ж. Ага, вот как стрелять, оказывается. Да блин, Лара. Так. Я не знаю, друзья, просто я на самом деле как бы балдел от этой игрушки, вот когда она там была, то есть в 90-х годах, когда появилась только первая часть, это просто был шедевр. Я вот скажу честно, я прошел все части, я прошел первую, вторую и третью. Считаю их самыми удачными и самыми лучшими. Четвертая часть хроники, они когда как бы уже... Ай-яй-яй, не трогай меня! Фу-фу-фу! Четвертая часть, мне кажется, самая неудачная была. Вот. Часть Хроникл, ну, как бы так. Потому что там вроде как Лара погибла, все считали ее погибшей. Потом непонятно, почему она как-то выжила. Так. А мы туда залезть можем? По идее же должны, правильно? Да, по идее должны. Может, там секретик какой-то будет. Тут... Игра на самом деле полна кучи секретов. Вот, мы нашли. Она еще и ползать умеет. Аптечку. Большую аптечку. Не ты нашел, ты нашла. Это ж Ларочка у нас. Да. Потом была... А, кстати, нет, вру. Я одну игру не проходил, Лары. Это, по-моему, там... Что-то там... Темный ангел или... Я не помню, как-то... Dark of the Angel или что-то такое как бы называлось. Вот. Вот эту игру я не прошел. Я ее играл, где-то до середины дошел. И у меня, к сожалению, там была катастрофичная катастрофа. Тупо игра вылетала. Это вот... А-а-а, молитесь! Это именно как раз косяк того, что это была пиратка. Вот. Так, ну чё, куда нам надо? Нам надо ехать вниз, по-моему, да? Или всё-таки туда? Так. Офигеть, мы грохнулись. Можно было просто вниз упасть.
Да развернись ты в другую сторону, Лара! Ой, начинается. А вы хотели, чтобы бокс сложный ставил? Дайте мне привыкнуть к джойстику. Так. Вот, ту часть игры я не прошел. Потом, по-моему, была легенда. Вот, это как бы новая Лара. Она, кстати, была офигенная. Ну и дальше, как бы, если признаться, вот Anniversary, это как бы ремейк первой части. Немного тут многое по-новому, как бы, да. Другие локации чуть-чуть. Но смысл, в принципе... Ну что, будем биться с тобой. Ага, вот так вот. Бойтесь меня, поганые собаки. Так, тут у нас ничего нету. Ой, аптечка. Так. Нет, друзья, да. Это не PS3, это Xbox. Так, ну что ж. Погнали. Так, я не понял, почему у нас молчит Киберап. Киберап, ау. Так, я вот не понял. Киберап молчит. Вообще непонятно, что тут творится. Ну да ладно. Крутой ремейк, да? Ну вот, блин. Я... Оу! Да ты... Фух! На самом интересном месте обломилось все это. Так, у нас чекпоинт. Что-нибудь у нас еще есть? Нет, больше у нас ничего нету. Вот, я тоже начинал как-то в него играть, да, но прошел не особо далеко. Так, я надеюсь, тут у нас ничего не обломится. Ой. А как мне добраться вот до туда? Ой, я хочу туда. Как мне туда добраться, друзья? Так. Так, и как тут камеры вертеть? Ага, примерно вот так. Блин, а я не знаю, как мне туда наверх попасть. Тут ничего сверху нету. Зацепиться не за что. Так. А вот если на эту штуку... Офигеть, блин, вот мы... Да, немного к управлению надо привыкнуть. Как мне вот сюда зацепиться-то? Она ж, по идее, должна цепляться. Зацепиться туда, потом зацепиться вот за эту штуку. Линджик Зорд. Ну, блин, я не буду рекламировать сейчас ничего в этом плане. Мы тут. Привет, братиш. Блин, да какая-то паника у меня. Ладно. Так. На стриме нет.
Так, погнали дальше. Блин, жизни мало. А как нам... Ага. Забубеним пока маленькую... Маленькую аптечку. Так, перепрыгнули. Простите, друзья, просто там у меня один из моих зрителей немножко отвлекает, пишет в Steam, я не знаю, может, он не смотрит Steam, а вот стрим. Так, ну что ж, перелезли. А туда, интересно, можно спуститься? Так, по-моему, можно. Это если бы мы упали, и там, по-моему, что-то есть. Давайте мы посмотрим, что вообще там у нас. Оу! Вау, лучше бы я сюда не ходил. Офигеть! Лучше б я туда и не ходил. А хотя, может, я и правильно, что я сюда пошел. Так. Давайте посмотрим, что там еще у нас. А, блин, мы наверх-то и не залезем больше. Или залезем. Тут можно залезть наверх? Нет, по-моему, нельзя. Ну, значит, мы правильно идем. Не собрали мы кучу секретов. А, вот где наверх можно. Да, я не участвовал в шоу-матче, когда играли дизайнеры против стримеров КСС. Вот, потому что я не знал, что у меня будет вечером. Так, а как туда? Так, туда можно с той стороны перепрыгнуть. Друзья, вы не обращайте внимания, я вначале немного покраню. Потому что я без этого вообще не могу. Так, без кранизма я не могу. Нет, нам все-таки, наверное, надо будет вернуться туда, открыть там дверь. Вот, немножко привыкну к управлению. А потом уже пойдем божить. Да блин. Почему мы туда не залезли? Мы же должны туда залезть. Там же аптечка супер клевая, крутая, большая аптечка. Надо обязательно за ней. Так, ну что? Там все уже привыкли к этому вроде. Так откуда мне туда запрыгнуть можно-то? Ведь можно же как-то... О, вот, отлично. Вот она. Аптечку мы взяли. Опа, как вернуться теперь обратно? О, вернулись. Так, давайте спустимся вниз, посмотрим, что там у нас медведь скрывал. Может быть, тут какой-то сюрпризик будет. Мы тебя любим за кранизм. Окей. А, вот, да, сюрприз я взял. Это как раз то, что я и хотел. Так. Эй! Блин. Опять обходить. Ну да ладно. Ладно, обойдем. Может быть, вот тут как-то попробовать туда залезть? Кто подскажет, можно вообще туда наверх залезть или нельзя? God of War вроде не кранил. Да, по-моему, я кранил вообще, где только можно. И нельзя. Так. Ага, вот так вот. Блин. А, там можно... Там можно выше залезть. Сейчас, секундочку, друзья.
Все, я здесь. Я понял, как нам туда добраться. Я понял, как нам туда вообще можно добраться. Вот так вот нам можно добраться туда. Так, тут еще вверх перепрыгнем. Так, а здесь? Вот так вот, оп. Блин, да что за... Не успел я нажать на этот треугольник. Треугольник. Называю на манер PlayStation. Это Y, он просто находится в том же месте, где треугольник на PlayStation. Так. Так, все, вроде у нас тут нормально. Во, мы еще одну аптечку взяли. Да, мы, наверное, больше, блин, потеряли, когда за ней пытались допрыгнуть до нее и сорвались вниз. Так, а что там в статистике уровня, когда паузу жмешь, посмотри, Вокс. Так, статистика уровня. Статистика уровня. Убито 11, припасы 5, артефакты 1 из 3, реликты 0 из 1. Ого, фига себе. Тут еще можно всякие реликты собирать и артефакты. А что они дают? Или просто они там ничего не дают, просто как бы вот такие вот штуки. М? Звонок из реальной жизни. Да-да, Джонни Гомес. Так оно и было на самом деле. Так, здорово, морда. Сифон фильтр? Нет, Сифон фильтр не стримил. Кстати, Сифон фильтр скоро выйдет, четвертая часть на PlayStation 3, будет эксклюзив. Я его тоже очень-очень жду. Сифон фильтр 4 будет. Вот такая вот штукенция. Вот. Кстати говоря, я посмотрел в магазине PS Store, как бы там есть, по-моему, первая и третья часть Сифон фильтра. Можно будет потом ее прикупить, скачать, естественно, постримить. Также я нашел Metal Gear Solid, первую часть. Но это все, естественно, портировано Соньки первой. Это вообще олдскульные такие супер-мега игры, которые просто, ну, обязательно надо проходить. Обязательно надо проходить на стрим. Единственное, у Вокса есть маленький недостаток. Вокс как бы не очень силен в английском языке. Вот, а игры на английском. Поэтому Вокс будет догадываться, а вы будете Воксу подсказывать, что там говорится и что нет. Может быть, кто-то будет переводить. Так. Ой-ой-ёшеньки. Блин, я помню это место. Сейчас начнется. Не знаю... Морда. Я уезжал в отпуск, и у меня, к сожалению, на карточке до сих пор поступления денег нету, поэтому я не знаю, как бы, удалось ли там подчиниться этому PS Store магазину или нет. Вот, у меня просто денег нет на карте, я не могу проверить. Так, давайте, оп. Так, надо тут вообще, тут микро просто. Офигенно мы. Ой, не работает. Не работает. Так, нам тут, да, нам надо тут поднимать вот эти вот всякие разные штуки. И все. Фильтр переведен. Ну, насколько я знаю, да, возможно, он, конечно, переведен был. Но я не знаю, переведен ли он в PS Store или нет. Может быть, там оригинальную английскую игру ты будешь покупать. Так, я где-то что-то... Опа. И, блин, такая эпичная музыка сразу. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дун. А все оказалось легко и просто. А-а-а. Так. Сюда постепенно начинаем осваиваться. Просто я не знаю, переведен ли Сифон фильтр как бы в PS Store, потому что, может быть, он там и не переведен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки. Это что-то стукает. Странное вообще дело. Ага. Оп.
что? Быстро нажимать А, чтобы встать после того, как... Так. Блин. Да ладно, офигеть, ты выскочил! Я даже во... кто мне будет памперсы менять? Жесть, как он меня испугал-то, а? Так, ну, по-моему, сюда. Там что-то тикает и тикает. Вот что тикало, оказывается. Фух. Сложный участок на время, ну блин. Волк Чак Норриса. Так, а там, по-моему, уже можно было что-то взять, если я не ошибаюсь. Можно же было, да, по-моему? Может быть, там какой-то реликвия есть или что-то в этом роде. Давайте посмотрим. Попробуем, по крайней мере. Так. Там есть вот такая вот штукенция. Но которая, ну, не просто так. Вообще. Может быть, с другой стороны попробуем ее обойти. Но главное не закранить. Чтобы Вокс не жахнулся вниз. О, боже, сифон-фильтр, игра моего детства. Да, 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 да. Да! Ядрен батон, опять чекпоинт. Ну, благо тут у нас все открыто. Смотрите, как я умею. Юху, вы видели? А ну-ка, раз, два, три, четыре, раз. Опа! Ну, это Лара. Лара во всей красе своей. Давайте еще там кувыркнемся. Так, хоп-хоп-хоп. Опа! А? Красота? Здорово, Леончик. Привет-привет. Так. Тут на самом деле, как бы в этой игре, вот раньше, когда поменьше был, был маленьким такой малюточкой, вообще, мусипусенькой. Вообще, очень много это самого времени было. Ай, блин. Так, как нам попасть вообще? Туда. И просто лазил в этих играх только в такт. Блин, ну как мне залезть-то туда? Как мне на этот выступ-то залезть? И можно ли вообще на него залезть? Да по идее же можно. Офигеть! Короче, блин, все, нет. Конечно, хочу сохранить. Окей, все, мы сохранились. Ой! Некоторые враги выполняют неистовые атаки, если в них стрелять подряд, тебе сделать специальные маневры, так что и выстрелить в голову. Окей. Ну. Офигеть! Так, нужна сноровка, закалка, тренировка. Да я понял, понял, понял. Как это отключить? Да ну нет, вообще неинтересно. Надо грохнуться с какой-то вообще огромнейшей высоты. Я понял, что там надо сделать. Так, давайте сейчас.
долго мы грохаться будем. Ничего, сейчас помрем. Блин, убили Ларку вообще. Привет, медведь. Так, там, по-моему, надо отпрыгнуть в сторону. Да, насколько мне не сбивает. Да все, я понял. Ну. Так, когда разъяренный враг несется. Так. Удерживайте L в любом направлении и нажимайте B, чтобы выполнить выброс адреналина. Угу. Блин, да ладно, короче, пошли дальше. Тут сначала уровни, как я понял, дают жизни. Это вообще просто имба. Такой чит-код в игре есть. Ой. Так, взбираться, вращаться, понятно. А, нет, там, наверное, вниз надо все-таки съехать. Да. Съехали, спрыгнули. Я надеюсь, тут волков, медведей всяких нету, которые с кустов выпрыгивают. А то, блин, как-то вообще сложновато в этом плане будет у нас. Так. Нет, 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 нам туда надо. Ну вот, отлично. Теперь выше, теперь сюда. Нет, где у нас столб? Опа. Отлично. Да. Во. Все, мы клево перепрыгнули. Вилка-бамба. Вилка-ложка. Город. Показать то, за что вы цените Лару? Это тебя удовлетворит, Airfire? За что ты ценишь Лару еще? Так, пошли. Вилка-бамба. Глаза! О! Ага! Где мой световой меч? Так, отлично, все, здесь завалили их. Есть тут что-нибудь? Нет, тут ничего нету. По сравнению с Мэдисон, Лара не катит. Гитайга, а ты-то чего? Ладно, мужики, понятно. Оу! На, ты... Негодяище такой, медвежатина, а? Ой, тут плавать еще надо. Офигеть. Так, а как отсюда вылезти-то? Ой, я свалился. Да ладно, мне чуть-чуть. Так, куда мне плыть-то надо? Ага, вижу. Так, отсюда мы не выберемся, как я понял. Ой, рыбище. Ух.
Так, а тут ты можешь вылезти? Да, тут можно. Так, о, тут у нас чекпоинт. Ясно, мы где-то в хижине, походу, дела. Ой, Лара, ты мокрая? Ух ты, пусеньки. Так. А это типа девушка-тролль. Так, тут, короче, что-то открывается. Тут открылась дверка, да, это чекпоинт. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ой, офигеть, 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 куда это мы? Ладно. Нет, 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 нет. Так. Нажмите, чтобы схватить объект клетку. А, вот так вот дверь открывается. Так. О! Аптечку нашли. Нам аптечка пригодится. Так, а чего у нас здесь-то? Ага, ух ты! Патроны к дробашу. И ключ мы нашли. Отлично. Так, чего у нас еще здесь есть? Так, здесь у нас нету ничего. А вот сюда, кстати, наверх, по-моему, можно запрыгнуть, да? Давайте попробуем как раз сюда и подтащить этот ящик. Блин, а там... Там что, мумия, что ли? В клетке? А-а-а! Лара так спокойно с ним лазит. Рыбы. Ой, это что такое? Так. Отлично, насобирали уже много чего. Так, ну что? До дробаша еще далеко? Дэйв, ФФТ, ну, как бы я стараюсь чат читать... нам наверх надо, да? А, вот как раз зачем нам нужен этот самый... ящик-то. Я читаю чат, как бы, ну, везде, на разных порталах. Ой, ой, Airfire. Фотку скинь сразу. Смотри, какой хитрюга-то. Так, это во что я тут уперся, блин, в домину? Мисс Пышные Полигоны. Ну да, есть такое дело. Так, давайте тащим, 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 тащим. Так. А, чего тут у нас еще? Подожди, мы сверху, да? Пришли вроде как. Да, мы пришли сверху. Мы пришли сверху. Ага, здесь мы были, как раз мы отсюда вынырнули. Вот, здесь у нас ключ использовать. Ага, дверь открылась. Ну да ладно, дверь-то открыться открылась, но у нас там, по-моему, наверху у нас что-то есть, можно туда попробовать залезть. Так, блин. А. Офигеть, да ты запрыгнешь туда, на этот столб. Ведь должна же запрыгнуть, а? О, раньше что, не могла так сделать? Так, отлично. Оу! Офигеть.
Офигеть. Так, чекпоинт. Ага, там мы как раз зацепим. Так, а, блин, на X. Так, туда мы прыгнем. Офигеть, да как так? Почему я не зацепился-то? Куча чекпоинтов, блин, бестолковые и бесполезные. Почему я не зацепился? Я один в эскаф лужу. А зачем нырнуть еще раз? Так. Так. Давайте залазим. Вот, здесь у нас чекпоинт. По идее, я же... О, вот, оказывается, надо было как. Надо, блин, тут все рассчитывать еще надо, нифига себе. Так, прыгаем. Ага, мы секретик нашли. Ай, отойди, поганая мышь. Так. Жесть. Где еще мышара? Так, вроде все, секретик мы... Ай! Да блин! Блин, они такие жесткие, вот так и норовят на Вокса из-под тишка там выпрыгнуть, да? А как она прыгает рыбкой? Она же должна как-то рыбкой нырять. А, блин, зачем я прыгнул-то? Ладно. Где у нас там выход? Как она рыбкой вообще в воду ныряет? Да давай, вылазь. Так, что значит присесть во время прыжка? А как присесть у нас? Ага. Так, вперед, прыжок, присесть. Вернее, присесть во время прыжка. Ну, что-то не получается у нас присесть во время прыжка. Да, что-то у нас не то. Ну да ладно. Так. Это уже опасно. Да ты, подонок. Вот это вообще вот мне непонятно, а? Да чё за бред? Я вот это вот не пойму. Ты почему в него-то не целишься? Короче, давай долби. Офигеть. Вот как... Почему она не целится в него? Автоматически она должна быть.
Так, ну и что это значит? Отлично. Привет от Чака Норриса. Офигеть. Гейм овер. Ну что-то вроде того. Игра у нас подвисла. Владос, да-да-да, привет тебе тоже. Да, заработал я платину в Heavy Rain. Кстати, тогда, буквально недавно, в субботу у нас стрим Heavy Rain был, я знаю, там на нас многие смотрели, вот, и мы увидели все концовки на этом стриме, то есть игра была полностью пройдена, и также открыты еще все концовки. Забей на Лару, иди в другое что-нибудь играть. Да нет, вы что, как я могу забить? Ой. Так. А тут с начала уровня, по ходу дела, да? Да вот... Так, ну кронизма никто не отменял. Жесть. Медведю пофиг на гимнастику твою. Да, есть такое дело. Да, блин, зависла игра вообще не вовремя. Так, ну, в принципе, зато мы знаем, что там нам дальше делать. Так что, я думаю, мы легко должны будем там пройти. Вот. Да блин, да чё за бред? Так, ага. Всё, немножко я разобрался и понял. О, блин, да сколько вас тут вообще? Да иди ты вообще в пень-то, а? Так, давайте открываем. Давай, 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 давай. Иди отсюда, противный. Фух, завалили мы его. Космическая аллилуйя просто. Так, понятно. Здесь мы наверху, по-моему, там что-то подбирали.
Аптечечка. Давай, затаскивай, Лара. Ну, блин, ты же сегодня завтракала или нет? Так, да, с управлением, конечно, немножко тут не ахти, скажу сразу. Очень сложно, почему-то она не разворачивается и не берет на автоприцелом все это дело. Потому что если вручную направлять, это тоже будет достаточно сложно. Так, собираем. Да, я сделал платину в Heavy Rain, не сделал, сделал, друзья. Я взял платину в Heavy Rain. То есть все достижения в Heavy Rain я собрал. Так, куда нам надо выезжать? Ага, почти правильно выехали. Так. Мы правильно притащили? Да, правильно. Блин, только не совсем, конечно, правильно. Сейчас надо еще ближе. Ай, ну начинается. Лара, запрыгни ты уже сюда. Вот что мне нравилось в первой части, там когда зажимаешь на такой короткий шаг, когда на цыпочках Лара шла, можно было регулировать, она подходила к этому самому краю и не падала вообще. А здесь, блин, бегает, бегает вообще, жахнется, не жахнется, упадет, не упадет, вообще по барабану. Так. Да офигеть вообще, почему он не допрыгнул-то? Сегодня, ну сегодня я не очень долго буду стримить. Ну, по крайней мере, наверное, еще часик, наверное, точно я постримлю. Ну вот. Завтра, скорее всего, буду долго стримить. Даже не скорее всего, буду точно долго стримить. Просто у меня я сегодня на работе задержался. Вот. И достаточно поздно приехал домой, поэтому поздно начал стрим. Вот. Но завтра, надеюсь, что все у нас будет нормально. И мы пораньше начнем, соответственно, еще больше постримим. Так, все отлично. А, блин, тут эти мыши сейчас противные будут, а? Так, надо по-быстрому убрать эту штуку. Так. И сразу валить вниз, валить, валить. А вот теперь давай, иди сюда. Вот так вот, как мы. Вот это отлично. Так, ну все, мы дошли сейчас до нужного нам места. Давайте используем этот ключик. Да какие-то вот... Офигеть! Блин, жесткие волки какие-то оказались. Зажимай пробел. Ай, Джонни Гомес, я на боксе играю. Тут у меня пробела нету. У меня есть тут кнопки.
Офигеть, да что это было-то такое? Блин, жесткая тема-то вообще. Ой! Так, все, замочили, блин, всех волков вроде как. Ой. Ой-ой-ёшеньки, куда это мы пришли? Вот это местечко. Вот это местечко. Ой, что-то я не туда засмотрелся-то. Ай-яй-яшеньки, Вокс. На местечко засмотрелся. Так. Есть у нас тут что-то интересное? Сейчас по-любому опять медведь откуда-то вылезет или что-то в этом роде будет. Так, здесь, соответственно, у нас... Hello, anybody home? Тут у нас закрыто. Так. Нам, скорее всего, туда, а там слева и справа двери открываются. Так, Airfire, Gitaiga, ну прекращайте, вы Вокса смотрите или там между собой общаетесь? Ой-ой-ой, так, там вода. Там вода, там вода. А вылезти я где могу? А где я могу вылезти? А, я здесь могу вылезти. Давайте посмотрим, что в воде вообще есть. Так, в водичке у нас нету ничего. На СК-2 скучные какие-то. Да... Дизен. На Empire TV тогда переходи. Или на Кибер Ап. Так. Выше нет. Выше не получится. Так. Все, перепрыгнули, отлично. Так, ну что ж. Кстати, друзья, на там канале YouTube все вводы выложены с Heavy Rain. Можете зайти и посмотреть. Можете также посмотреть все концовки. Вот. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это звук был! Здорово, когда большого напада. Жестко. Все правильно сделал, да, Холли? Привет. Так. Давай залазим, надо, блин, залезть уже вообще. Здоров, здоров, здоров. Так, ну чё, Empire TV, вы почему... Почему молчите-то? Так. Офигеть, это вообще где я? Что тут делать надо? Вот, блин, Лара Крофт в своей красе. Так, там она не запрыгивает.
Понятно. Вот, блин, а! Там надо было на ту штуку прыгнуть. Вокс, кранище-то! Столбы? Не, не слышал. Да надо было запрыгнуть туда, на те столбы. Так, а ну-ка прекращите, прекратите. Так, во, все. С этой стороны у нас сделано. Так, погнали на эту сторону. Чекпоинт. А здесь у нас интересно, у нас тут аптечка есть. Аптечечка. Я на самом деле так и не понял, как прыгать. Как рыбкой прыгать, друзья, помогите мне. Как вообще прыгать рыбкой-то? Она же должна же как-то прыгать рыбкой-то. Но это она сальто прыгает. Вот, это она сальдо делает. Как? Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Нужно быть выше, наверное. Да нет, она вообще должна прыгать нормально. Прыгаешь, нажимаешь все кнопки сразу. Хорошая идея. Ну тогда, ну прости, Кух. А чё ты такой злой-то сразу, а? Ты чё дерзишь-то, а, пацанчик? Прости, прости. Прости, Ках. Ой, Кух. Ой-ой-ой. Ких, ких. Прости меня, пожалуйста. Ты добрый. Ну хорошо. Так. Первый Блейд? Ой, я не знаю. Скит, привет тебе тоже. Блейд, блин. У меня вот три серии как бы игр, которые мне очень нравятся. Это... О, я научился целиться. Это Tomb Raider. Это Resident и Metal Gear Solid. Вот, это вот, блин, просто вообще Да ну их всех! Чё, на балку спрыгнуть? Не, не слышал. Ну, друзья, что вы хотели? Это стрим Вокса. Без кранизма нельзя. Блейд, шедевр или Холли, ты про что?
так. Опа, друзья. А вот в чем, оказывается, проблема была. Напишите что-нибудь, пожалуйста, на Empire TV, потому что по ходу дела у меня чат, короче, висел. Вот, теперь все обновляется. А где все? Дизон, да все здесь были. Вот, я просто на самом деле, у меня, блин, глюк какой-то случился. Я смотрю, что-то мне никто не пишет. А фишка в том, что не обновлялся у нас этот самый. Ну, чат. Да, я вижу. Я вижу тебя, Дизон. Зодиака, как тебе правильно? Вот я правильно твой ник произношу? Зодиака? Ну, друзья, на Empire TV, вы там не смущайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мои стримы. Я буду вам за это очень признателен. Так, главное сейчас, чтобы Лара тут не закранила. Отлично, она не закранила. Так, ну что? Зодиака, да ты и там тоже, на киберапе. Я шедевр, Холли, ну это круто. Так, сейчас, секундочку, друзья, секундочку. Так, что-то у меня чаты, вы сейчас начали переполнять чаты, они перестают обновляться. Так, вот, все, отлично. Так, КСПЛ. КСПЛ вообще молчит или тоже у меня косяк с чатом? А, друзья, на КСПЛ есть? Морда! Ты там! Так, у нас дверь, по-моему, да, открылась? Давайте мы слазим, короче. Все, у нас дверка открылась. Главное, чтобы сейчас никого не было. Ну, Кух, не надо как бы так жестко высказывать. Может быть, кому-то нравится. Офигеть. Нормально. Справляемся. Зачем тебе другие, Вокс, общайся с нами? Да я с вами общаюсь, Гитайка, ты что? Все хорошо, все отлично просто. Так, о, вот у нас тут штукенция. Интересно, там есть что-то? Как нам теперь залезть туда наверх? Так. Так. А, нет, вряд ли. Скорее всего, надо его вот сюда вот ящик подтащить. Airfire задается, развести меня задумал. А это еще тот тролль. Вы с ним поаккуратнее. Так. Психоз. Молчит, да, КСПЛ вообще? По полной. Что же вы так молчите-то, а? КСПЛ-цы. Так. Уходи с КСПЛ. Нет, я не могу бросить зрителей. С КСПЛ. Меня ж там тоже смотрят. Ну, естественно, как бы, да, основные там чаты я определил, как бы, да, для себя я там читаю. Вот. А кто там в клетках сидит? Это Вуду. Куклы Вуду там сидят. Так, у нас там внизу что-то есть, давайте посмотрим. Опять сейчас волчара какая-нибудь выбежит. Вот по-любому же. Ой, я там слышу, там ловушки сверху, кстати говоря. Так. Ага, вот тут такая штукенция у нас есть, понял.
понял, тут можно вот так вот залезть. Ну блин, Лара, ты что делаешь? Вот так вот хитренько Вокс обошел ловушки. А как она еще? Она же как-то еще. Во, вот она. Как поднимается, оказывается, еще. Так, ну что ж, мы прошли реликты. О, мы ж собрали практически все, вы посмотрите. Блин, этот уровень у нас просто шедевральный был. 16 убили, припасов 6 собрали, артефактов целый один из одного. И реликтов 0. Не было на этом уровне реликтов у нас. Чернобылец, я поганка, почему? Не-не-не-не-не. Чернобылец. Ну, блин, я не поганец. Почему я поганец? Ты, кстати, играй в этот самый. Легенда вообще офигенная, как бы, часть. Вот, я просто здесь не играл, поэтому, как бы, я играю в третью. Так, друзья, сейчас секундочку, небольшая у нас пауза будет. Вот, сейчас я скоро подойду.
Итак, друзья, все, я здесь, я снова с вами, я вернулся, вот. Прошу прощения, что так долго, но на самом деле стрим, можно сказать, что скоро подходит к концу. Вот, я говорил, что сегодня ненадолго, но вот ко мне пришли, поэтому я буквально чуть-чуть постримлю. Ай! Офигеть, ну начинается-то, а? Так, какое микробожественное вокс показывает. Опа, оп, оп! Вот это да, просто без единого. Уху-ху. Только так воксик может. Так, ух ты. Это что мы нашли? Реликвию. Да? Нет. Я зубец нашел. Да какой, блин, Я ушел, заговорили. Да нет, все нормально. Так, ну что? Там не телефон, там домофон был. Там был домофон. Так, ныряем, что у нас здесь под водой, может, о, там какой-то проход, понятно. Так, мы еще туда пойдем, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, чего нам надо вообще сделать-то? Ага, там наверх что-то есть, какой-то проход. Ага, и вот, вот здесь вот у нас, да, что-то тоже. Так, подождите, а мы от... А, мы с того прохода мы пришли. Да, мы здесь подобрали этот зубец. И сейчас идем тогда давайте сюда. Раз зубец был здесь, давайте сюда попробуем пойти. Ой, мы там патроны нашли, кстати говоря. Так, ну что, юморной стример. Спасибо, спасибо, Неро. Так, погнали. КС? Нет, я КС не стримлю. Вы что, вы представляете, если бы я стримил КС, что бы это было? Я бы не смог удержаться. Там бы просто об игре можно было забыть. Так, залезли. Ага, отлично. Ой! Ох, фиготень какая! А мы, кстати, забыли. Нам же можно было еще туда пойти. О, там как раз... По-моему, туда зубец и вставляю. Блин. Ладно, давайте сначала пойдем сюда. Пойдем сюда. Пацаны, гол в доту я создал. Вы угораете, наверное, точно. Так, ой. Фига себе, где это я? Так, где это я? Так, нам надо жизни взять немножко. Нет, Лара, к сожалению, не может, как принц, по стенам бегать. Это ей не под силу. Зато она может вот такие вот трюки делать. Перепрыгивать вот такие вот штуки. Что ради тебя? Кух, что ради тебя? Так, куда нам надо? Ага, все, я понял. Я понял. Так. Так. Чего-то я там пропустил там. Что-то было. А что там писали? Ага. Блин, а где эта штукенция? А, вон она аж где. Фух, ну ладно, прыжок веры. Так. Так, залазим сюда. Во. Сейчас перепрыгнем как раз. Нам, по-моему, сюда и надо. Отлично. Ой. Не, по-моему, нам не сюда надо. Нам, по-моему, в другую сторону надо.
Эцио, настало твое время. Так, по-моему, нам тогда в другую сторону. Фуф, офигенно. Я думал, сейчас как перелетим еще туда. Так, здесь нам... Нам вот сюда. Наверх. Кто тролль? Какие тролли? Это деревья. Про прыжок. А, ну да, кстати. Assassin's Creed Ezio. Есть такое дело. О, у нас еще одна шестереночка. Мы нашли. Мы нашли еще одну шестеренку. Давайте подбираем. Оу! Так, этих мы жахнули. А как там, кстати, опустить тот... Там же можно опустить как-то ту штуку. Так, а это мы... Мы куда это придем? Куда тут Лара может прыгнуть? Друзья, что-то я очкую. Куда Лара тут может прыгнуть? Ага. Вот сюда. Так, сюда залазим. Еще выше. Вот. Здесь мы перепрыгиваем. Вот, отлично. А, вот оно. Все отлично. Так. Под водой опустилась решетка. Блин, а где эта решетка-то? Так. Бомбочкой. А где эта решетка опустилась, кстати говоря? Я так и не понял. Ага! Вот так вот вам. Не догоните, не поймаете. Фигульки, фигульки, фигульки. Да ты, блин. А смотрите, как они стали. Вообще прохавыши. Вы посмотрите, как они стали. О, блин, у Вокса вообще проблемы. Офигеть, офигеть, офигеть. Надо их... Достал ведь, гад, а? Так, всех положили? Фух, вроде бы всех положили. Так, ну что, идет? Наверх. Зулис, привет, привет, привет тебе. Так. Зубец. Вставляем один зубец. Так, его, наверное, наверх, да? Он сейчас как раз наверх поедет, и у нас тут что-то закружится. Так. О, офигенно. И мы сможем наверх туда еще попасть. Так, ну мне... Мне главное сейчас не зафейлить. Так, мне интересно, где же этот самый открылось внизу?
звездная система теперь наша. Так. Где у нас проход? Вот проход, давайте под ними поплывем. Тут просто секретик у нас. Так, ну, с другой стороны, это тоже хорошо. Как тебя не называть? Зоулес? Или как тебя называть правильно? Дизен, пока Вокс, игра спучная. Ну, сори, друзья. Но вы сами же выбирали данную игру. Где там портал открылся-то? А, я правильно называюсь. Называю. Ясно. За хвост тащить и топить. Мне вот интересно, где все-таки открылся как бы тот проход под водой. Может быть, где-то дальше? Надо было там дальше, может, или нет? Голосовал за Alan Wake. Ну, Alan Wake тоже будет. Тоже будет, все постепенно. Ну, ты сам понимаешь, да, ты видел голосование, что там набралось больше количества голосов за Лару. Я никак не мог включить Alan Wake. А где Великий Кратос? Великий Кратос будет в конце года. Когда выйдет четвертая часть. Так. Так, мне надо найти тот подземный проход, который открылся. Может, он здесь где-то открылся, а? Как вы думаете, друзья? Там мы были. Давайте попробуем сюда прыгнуть. А, вон он был. Я видел его. Все, сейчас будем в него залазить. Так. А там был чекпоинт. Как бы до этого чекпоинта добраться-то? Чтобы сначала не начинать. Нам надо сейчас добраться все-таки до этого самого. До того прохода. Что нужно для того, чтобы стримить на СК2, пройти фабрику. Не хочу доставать Вокса в чате, а в водах я никого не знаю, ла-ла-ла. Тогда терпение мне. Ну, Гитайка, ты же знаешь, что терпение мне не занимать. Так, нам надо туда обязательно пройти, потому что мне самому интересно, я там ни разу не был. Будем пробовать кранить и лазить. Обязательно, да, как-нибудь допройдем.
Бокс человек культурный. Ну блин! Так, попытка номер 10. Там же по-любому какой-то сюрприз и реликвия будет, правильно? Мы же не должны это просто так пропускать, этот момент. Там можно раскачаться и прыгнуть в водопад. Окей, давайте сейчас попробуем раскачаемся и как раз прыгнем в водопад. У нас будет больше времени подумать, я примерно знаю уже, где этот проход. Ну вот, поэтому сейчас, думаю, как раз пройдем. Так, что-то мне накаляет вот этот тук-тук-тук-тук. Вот, так попроще будет. Не будет зудить и надоедать. Так, ну главное, с управлением уже подружились, и то радует. Фейл, это второе имя Вокса. Ну блин, ну что ж вы так... Любите-то меня? Нужно позвать Кратоса. Обязательно. Да, блин, ну почему вот... Может быть, туда потом, может быть, как-то водопад перекрывается, а? Как вы думаете? Короче, ладно, давайте туда и лазить не будем, поехали наверх. Там все понятно. Там Воксу не по плечу сегодня это все дело. А сохраниться можно? У меня просто вопрос, неужели я прямо отсюда как бы начну? У меня такое ощущение, что я могу начать просто заново, вот этого бы мне не хотелось. Офигеть! Так, зубец у нас как раз еще один есть. Во. Теперь ага, блин, нам наверх еще-то на. Блин, нам еще один зубец нужен тогда. А где взять еще один зубец? Нам надо его по-любому точно взять. Так. О. О-о-о. Так. Оттуда я иду туда. А я допрыгну до сюда, да? По идее, должен. Нет, это слишком далековато. Так, допрыгнул, да.
Нам как раз сюда и надо. Так. Веревка. Так. В другую сторону, Лара. Давай. Так, отличненько. О, как клёво. Угу. Так, что-то у нас ещё здесь. Ну... Так, сейчас, секундочку. Так, ну чего? Пойдем, 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 пойдем дальше. Так, с медведем шутки плохи. Да, блин! Ядрен батон-то, а? Это было жесть. Ну да ладно, мы сейчас справимся. Тут, кстати... Чит-код забавный. Да блин, ну чё за бред-то, а? Вот и всё. Отлично. Так, здесь у нас вообще пустота. Вообще у нас пусто и ничего. Так, надо найти еще одну шестеренку по-быстренькому. Где она может быть, кстати говоря? Так, шестереночка, ты где? Ух ты! Ты нашел бы пистолет 50-го калибра. Но это ж крутотень, правильно? Так. Опа. Ага. Нам сюдысь. Да чё за бред-то был-то, а? Да, бредятина еще та. Ой.
Так. Сейчас опять медвежатина будет. Но благо тут, я говорю, читерство есть. Так, все, здесь справились. Так, главное вот здесь сейчас не зафейлить, потому что прошли более-менее нормально и удачно. Так, ну что ж, Лара. Лара. Так, аккуратненько. Отлично. Кух, ты что там в чате вытворяешь? А ну давай, успокойся. Вот, отлично, не зафейлили, это самое главное. Так. Угу. Чекпоинт. Давай, подбирай уже, Лара. Или что, у меня максимальное количество, что ли? А, у меня, походу, дело максимум. Оу! На-на-на-на-на. Так. Ясно. Не ясно. Так, это у нас, значит, есть, но ничего. Во. Так все гуд и супер. Вот только я немного не понял, куда мне надо в итоге-то. Ха. А, мне туда перепрыгнуть. Все, понял. Так, тут тоже у нас по максимуму патронов. О, аптечка, это хорошая штука. Правда, может быть, это не аптечка вовсе, а именно то, что мы ищем. Нет, все-таки, по-моему, это аптечка. Ну да ладно, она нам всяко пригодится. Блин, там скалы вообще огромнейшие. Да ладно, ну куда там надо было идти? А? Все казалось легко и просто. Так, здесь тоже все. Блин, куда мы лезем, вообще непонятно. Офигеть! А вот это уже да ну нафиг! Thank you.
Да помри ты, а! Фу, жесть-то, а! Блин, мы на динозавров нарвались. Оу! Да блин, я ж вроде увернулся-то. О, аптечку нашли. Ну чё за нафиг? Это турок? Нет. А это... Оу! Лара, какая ты Лара! Упс. Упс. Это чё? Клёвая штукенция. Так. Уровни ярости, здоровья лига, расположенные в нижнем углу, продолжительность стрельба увеличивает урон ярости и приводит к слепому бешенству. Нажмите А для подарка. Офигеть! Эй, какое слепое бешенство, он же меня сожрет. Блин, это жестко было. Ага, вот оно что. Ой, жесткач-то, а? А вот фигульки тебе. Так, валим, 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 да. Так, нужна аптечка срочно. Да блин, ну чё за... Вот эта вот перезарядка вообще очень нужная. В нужное время просто.
Так, а может надо его... надо было делать, да? Ах ты! Ах ты! Зверёныш-то, а! Это эпик. Так, мы заработали достижение. Теперь надо собрать, что у нас тут было. Так, а здесь у нас под хвостом что-то есть. Так. Ну что ж, друзья. Где у нас наша... Вот это мы как раз и искали. Так, один единственный момент. Так, тут где-то есть проход. О, есть проход, есть проход. Так, и куда мы тут бежим? Так, чекпоинт. Ой. Куда это мы вышли-то? Так. Ну, здесь мы бились, короче, с ним, да? Понятно. Здесь мы бились. Нам куда-то сюда, наверное, нужно. Теперь они точно вымерли, стримера под суд. Да нет, за что, вы что? Так. Блин, куда я иду, вообще понятия не имею. Так. Тут, как я понял, можно аптечку взять. Это очень хорошо. Да, блин, давай, бери аптечку. Это хорошо. Так. Куда мне вообще надо? Так. Куча аптечек. Еще одна аптечка.
Блин, какое хорошее место-то, а? Тут что-то я еще вижу. Так, и неужели мы нашли выход из этой пещеры? А, нет, мы не нашли выход из этой пещеры. Это, по-моему, я отсюда вообще вышел, нет? Нет. Ой, блин, нам надо по мосту как-то пройти вообще. Нам надо как-то вернуться туда. Так, а вернуться нам каким образом? Так, как нам вернуться вообще? Так, ага, все вижу. Да блин, Лара, запрыгни. Так. Ага, вот он, мост. Так, еще одна аптечка. Блин, аптечек-то вообще суперски много-то. Так, ага. Нет, не сюда. Не сюда. Все, вижу. Так, нам надо вон туда. Опа, опа. Так, чекпоинт. По идее, мы сейчас должны выйти как раз именно туда, да, где нам надо вставить нашу шестеренку. И все будет окей. Так. Куда это мы пришли? Так. Блин, а нам как раз, по-моему, сюда и надо. Так. Офигеть, мы перебрали. Так. По идее, должны же уже дойти. Так, вот как раз мы, по-моему, и возвращаемся. Так. Так.
спускаемся. Фу, да неужели? Стриптизерша Лара во всей красе. Так, итак, друзья, все, мы здесь. Теперь чего нам надо? Ага. Пойдем попробуем еще раз все-таки запрыгнуть в эту. А, не получилось, ладно. Главное, чтобы сейчас волков не было, как обычно, они же повылазят сейчас. Так. Так, по-моему, сюда нам надо. Да, в игрушке лазить надо и лазить. Как она только не устает, я не знаю, я бы, наверное, там после 10 минут вот такого лазания, я бы уже просто все проклял и как бы пошел в Макдональдс есть гамбургеры, вместо того, чтобы быть искателем приключений. Так. Вот зубец, еще один мы добыли. Ну и чего теперь у нас получается? А я там парюсь. Вот сейчас уже можно и в тот проход попасть. Блин, ну пипец. А я там парился. Вот теперь можно пойти и попасть вот как раз в тот проходик. Так, погнали сейчас. Вот, блин. Чё, никто из вас не мог сказать этого? Фу, пьяным быть. Принц Персии тоже весело. Но в принципе, в Принц Персии там как бы там какие-то махачи, там что-то еще. А Лара тут, конечно, загадок куча. Но вот мне нравятся как бы такие игры. Вот тут. Тут куча всяких загадок, куча всего. В этом плане вообще здорово, суперски. Так. Или сейчас все равно течение будет сильное. Ну, не такое уж сильное оно должно быть, правильно? Насколько я понимаю. По идее, нет. По крайней мере, я на это надеюсь, что оно не такое сильное будет. Реликвию нашли по ходу дела. О, офигенский.
древний сосуд для питья, которым главным образом использовался для таких жидкостей, как сброженная чича. Такой сосуд часто можно было встретить на андских пришествиях. Керу также часто применяли в качестве церемониальной вазы инки на важных религиозных церемониях. Кера, может быть, его? Ну да ладно. Вот, офигенная штука у нас теперь есть. Теперь можно со спокойной душой плыть во свояси, зная, что мы выполнили. Все-таки попали мы сюда. А вот теперь один момент. Как мне отсюда вылезти? А, вот. Фух, зато мы реликты нашли. Артефакты мы не нашли, а реликты нашли. Ну что ж, друзья, на сегодня стрим. О, открытые предметы, костюмы и останки. На сегодня стрим подходит к концу. Конечно, хочу. Нет, беру. Перезаписать. Вот, всем огромное спасибо, кто меня смотрел, кто меня поддерживал. Вот, стрим, скорее всего, продолжение данной замечательной игрушки будет завтра. Ну, часиков, наверное, 8-9, скорее всего. Да, где-то так. Вот я еще раз прошу прощения, что сегодня поздно начал, потому что поздно пришел с работы, немножко как бы усталый. Вот, ну, на сегодня это все. Воды я обязательно выложу. Воды можете, можно будет посмотреть на канале Регейм или на канале YouTube. Вот. Еще раз всем огромное спасибо, кто меня смотрел. И всем пока, до новых встреч. Ставьте плюсы, ставьте минусы, подписывайтесь на мой стрим на канале Empire TV. Вот, буду вам за это очень признателен. Вот, и пишите комментарии. Пишите комментарии, если вдруг кому-то что-то не нравится, или, может быть, кому-то наоборот что-то нравится, что-нибудь добавить. Обязательно это сделаем. Внедрим все это в наши стримы. Будем, как говорится, улучшать и улучшаться. Ну что ж, еще раз всем пока и спокойной ночи. С вами был Вокс.